Родители! Алло? Дорогая, да, я только что нашел. У нас все тот же 48-й номер. Помилуй, дорогая, как бы я хотел сейчас быть рядом с тобой, да. Но заседание подлится всю ночь, так что мы с тобой все равно мы ничего не смогли, да. Дорогая, я был рядом с премьер-министром. Все, дорогая, скучать. От злости. А вы знаете, Джейн, мой
чертов халат. Понимаешь? Что шахматы стыковало? От зависти жизни не живу. Такого никогда не ослабил. Молодец, вы тоже. О, мистер Лев. В этой ситуации называйте меня Огуречек. Как меня называют в детстве? Огуречек. Можно я вас буду называть просто Ричи? В ваших устах это звучит как музыка. Кстати, я заказал вам шампанское. Потрясающе. И черную икру. Потрясающе. И дюжину устриц. Ай, устриц, ты что там? Невероятно! Кстати, сколько может быть сегодня? А мне вас не надо. Я сказала мужу, что перерачивают этажки розы. А телефон у меня будет нет. Это значит, ваш муж не сможет вам позвонить. Гениально! А, да, вы не старые. Сегодня такая потрясающая ночь. Джейн, сегодня вам можно все, а тем более тут такой потрясающий, не надо я бы забрать письмо, не настрою музыку.
А ну горячая, а ну домовую. Поставьте нам. Вот надо ли подписать, да? Ага, давайте. Алло? Да, это 48-й номер. Это вы или? Чем он полезен, управляющий этой чудной гостиницы? Что? На моем балконе посторонний? Да быть такого не может. Да, когда я вошел, я специально посмотрел на балкон, и там ничего не было. Да вот сейчас у меня балкон... Назад! Сейчас у меня балкон открыт, и я вижу, что здесь никого нет. Да? Уверяю вас, это какая-то ошибка. Это какая-то ошибка, я тороплюсь на заседание. Да, не стоит беспокоиться. Когда я буду выступать на заседании палаты общин,
а секретарша лидера оппозиции вернется домой и ляжет спать. Знаете, мистер Лиды, давайте я лучше выйду еще раз зайду, ладно? Джордж! Сядьте! Сядьте, поставьте. Это в выходной. Как вы не знаете? Ничего не было. На моем балконе никого не было. Меня никто не беспокоит. В моем стенном шкафу нет никакого трупа. Запомните, ничего не было, ясно? Не важно. Главное, совсем соглашайтесь. И не пытайтесь мне помочь. Сделайте умный вид или кивайте. Ну я же говорил! Руки! А это мой личный секретарь, мистер Пигден. Боюсь, что я слишком загрузил мистера Пигдена работой. Мне даже пришлось попросить его остаться на ночь. Как ты, Джордж? Да. У меня вам есть маленькая просьба. Все, что смогу. Не могли бы предоставить мистеру Пигдену номер где-нибудь поблизости от твоего, чтобы наши балконы, господи, соприкасались. Мы же должны быть все время рядом, не так ли, Джордж? Да. Мистер Питер, я сейчас пойду, узнаю, есть ли свободный номер. И заодно охране скажу про этого типа на балконе. А вот это не советую. Я думаю, данная ситуация не лучшая реклама для меня. Мистер Пиден, мистер Пиден. Браво, Джордж, говорит меня. Мистер Пиден, ради всего святого, объясните мне, пожалуйста, что здесь происходит. Я вообще ничего не понимаю. Это как планет. Что? Вам дают номер из звездного отеля. Что здесь непонятно? Звездно. Вы же прекрасно знаете, что я никогда не так шкурю. Мне дома не предупредит любимую маму. Так в чем проблема? Позвоните маме и предупредите, так сказать, порадуйте старушку. Ну так это неудобно, а потом есть еще сестра Фостер. Сестра Фостер — это кто? Сестра Фостер — это медсестра. Да. Она ухаживает за мамой, когда я неожиданно задерживаюсь на работе, а потом она уходит в половине десятого. Да? Да. И так позвоните ей и предупредите, чтобы задержалась. Всякий вы не бесил себя. Так. Так это неудобно уже, во-первых, поздно. А потом мама не любит, когда вдруг и неожиданно у меня меняется план, она волнуется. Ну, волнуется. Джордж, да. За вас ваша мама волнуется, ну, практически всю свою жизнь. О, как вы говорите. А ваша мама, это же мама, должна волноваться за правительство. Подождите, ну почему? Почему? Да. Вы не поняли почему? А я вам сейчас объясню. Проходите, мисс Уорзингтон. Миссис Уорзингтон. Вы вернули мое платье? О, мистер Пигден. Здравствуйте. Теперь вы понимаете, что в чем проблема? Мистер Билли, как вы могли? А я еще ничего не смог, Джордж. Но это не важно. Сейчас главное – вернуть платье миссис Уорзингтон. А где она? У официанта. Конечно, что касается, это даже не важно. Не важно, теперь там разум закроет собой Джордж. Да, но я хотел бы тогда узнать сначала все факты. А вы сказали мистеру Пиддену насчет трупа? Сказал, сказал. Подождите, так труп все-таки есть? Вы же говорили, что нет. Я сказал, что управляющий. Надо сказать, что трупа нет. Я ничего не понимаю. Управляющий знает, что здесь появился некий незнакомец. Какой незнакомец? Управляющий не знает, что это незнакомец рук. Кто труп? Управляющий или незнакомец? Он даже на то нет. Кто? Управляющий? Незнакомец. Со сломанной шеей. Со сломанной шеей? Как со сломанной шеей? Благодарю вас, мисс Уорзингтон. Вам лучше продолжать спать. Как со сломанной шеей? Мне так жаль, что у нас все растянули. Вы
Да, вы меня еще не втянули, мистер Вилли. Джордж, как вы понимаете, что мне нужна ваша помощь, как никогда. Мистер Вилли, ну вот смотрите, когда я пришел, вы сказали, что труп в шкафу. Так оно и есть. Алло, обслуженный номер? Мне нужен официант, который обслуживает 48-й номер. Ах, это мне и есть, замечательно. Так вот, вы у нас кое-что взяли. Нет, я сам вам это... Вот, болван. Да-да, именно наряд. Да, доставьте его в мой номер и побыстрее. Вот, спасибо. Джордж, если в следующий раз будете дебаты о смертной казни, я проголосую за! Мистер Вилли, я тоже проголосую за, и давайте вернемся к трупу. Джордж! Я не сомневался, что вы мне в этом поможете. Хорошо. Но подождите, я должен тогда разобраться. Я должен понять, как этот труп сам с этого окна перебрался к шкафу, сам его открыл, сам его залез, сам его закрыл. О, вы что, передвигали тело? Нельзя было медлить. Знаете, мистер Вилли, вот это вот давайте без меня решайте как-нибудь. Джордж! Джордж! Если моя жена... Что ты думаешь, что я... заседание палаты общей? Все вылезет наружу! Вместе с воздухом! Все! Но, мистер Билли, вы вырвали с картины преступления главную улику! Да если Памел узнает про Джей, она не будет кое-что другое! Джордж, вы не представляете, на что способна разъяренная жена! Мистер Билли, вот если бы я был жена, я бы никогда не изменял бы своей жене! А знаете почему? Почему? Нуждается. Потому что вы намного лучше меня, Джордж. Да? И первое, что мы с вами сейчас должны сделать... Мули? Нет. Согласен, все, что мы должны сделать... Я вам еще... Это просить я вам ваш номер. Что сделать? Сейчас. Когда управляющий даст вам ключ, вы берете тело вместе с ним и берете свой номер. Кладете на жопу. А вечером, когда я уже буду заседание, а миссис Орсон у себя дома, вы обнаружите тело и немедленно сообщите об этом управляющему. Это так хороший кредит. Перетащим тело отсюда в мой номер, посадим его на окно. Вам хорошо, вы с миссис Орсон тут там, а не для Питер здесь нет. Джордж, это вы делаете не ради меня. Это вы делаете ради... Да вот хотя бы миссис Уозентон. Это погубит ее карьеру, она секретарша лидера оппозиции. А я вам, между прочим, сто раз говорил, сто раз. Ваша потокливость до добра вас не доведет. Да вот, пожалуйста, труп. А главное, Джордж, вы это делаете ради... премьер-министра! Иначе ему придется... требует своей отставки. Третья отставка в кабинете за год, Джордж. Этот выбор играем в выборы, а вы останетесь без работы. Нет. Да. Нет. Да. Вы говорите, что... Да, висит на крючке. А он? А-а-а!
ваш номер 50. И он находится прямо напротив вашего. Управляющий говорит, что это прямо напротив моего. Да не надо так кричать, я все слышу. А кто это к нам пришел? Да нет, он как-то не знает. А я вам сейчас расскажу. Это миссис Пигден. Миссис Пигден? Да. Жена мистера Пигден решила провести с мужем ночь в вашей гостинице. И вот управляющий для вас все устроил. Она предоставила вам номер 50, это прямо напротив моего. Вы очень любезны. Ну, вообще-то я полагала, что мистер Пигден остановился здесь, чтобы работать. Ну, разумеется. Разумеется, но я не смог отказать его в небольшом удовольствии. Вы должны его понять. Молодая жена. Медовый месяц. Номер в вашем чудном отеле. И все, конечно, государство. Да. Мистер Пигден позвонил своей жене. И она прилетела к нему на крыльях любви. Вас, вероятно, удивляет, почему миссис Пиппер одета таким образом. Да. Объясню. Видите, миссис Пиппер была в душе. А мистер Пиппер в туалете. Она в душе, он в туалете. Все по простому, семейному. Не так ли, миссис Пиппер? Да, вроде так. Вроде так. Что это? Два чарта. Вас дела там стены? А, нет, нет, спасибо, мы сами. А, как и сказали, Андреа, так и было, Андреа, так и было, 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 так и Преско! Преско! Идите! Идите, Мария! Арвидовича, кричит идиота! Постели простилайте! Арвидовича, постелайте! И вам большое спасибо! Я сейчас пришлю ключ на номер 50. И вы можете тут же въезжать. Замечательно, Арина. Ну, естественно, когда закончите свой туалет. И очень попрошу вас или мистера Пиппена спуститься вниз и зарегистрировать. Нет проблем. А вам я хочу напомнить, что вы по-прежнему торопитесь в палату. Да-да, я просто жду, когда освободится туалет. Ой! Ой! По-моему, все это просто великолепно. Одну минуту. Так, Женя, это принесли ваше платье. Ходите. Что это такое, черт возьми? Что я просил? Он просил другой наряд, он просил платье. На синие, в цветочек. А, красивое такое. А я еще думал, откуда у меня платье? Пожалуйста, не принесите же его поскорее. Хорошо. И побыстрее. А у управляющего сказала, что тут приезжайте номер 50. А, да. Это вот они, мистер и миссис Пиппер. Это миссис Пиппер. Это мистер Пиппер. Только сегодня поженились. Джордж, гостиница, это мой вам свадебный подарок. Но не вся, конечно, только 50-й номер, это прямо против моего. Это ключ только один. О, замечательно, 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 замечательно. Порядок, Джордж? А, благодаря, что здесь, мистер? Ничего у них нет, ничего, у них медовый месяц. А, так может вам платье не понадобится? Несите, пожалуйста. И побыстрее. А вы должен даже не забыть. Мы расхотели, можете набрать. Продолжение следует.
мистер Рилли. Я крайне возмущен происходящим. Крайне возмущен. А возмущение принимается? Так, Джейн, подождите пока. В спальне. Мистер Пинк. Джордж. Милый. Мне так что мы вас во всем втянули. Да что вы, он и запомнили от счастья. Немедленно возвращайтесь в свой номер. Ждите, я прошу себе телефон, позвоните. Давай, стой, быстрее. Алло, сестра. Добрый вечер. Да, настроение у меня сейчас просто чудесно. Да. Сестра, просто я хочу сказать, что я сегодня задержусь на работе. И хочу спросить, как там мама? Вам сегодня очень беспокойно. Сегодня все очень беспокойны. Быстрее. Сестра просто без страха. Будет меня разыскивать. Пусть она мне позвонит на телефон 4567-498. Джордж! Я номер 50 или 48. Я хотел маме позвонить в это Британском музее. Немедленно идите в свой номер и возвращайте сюда через балкон. Прекрасно, знаете, что я боюсь высоты. Это прекрасно, это отвлечет вас от мыслей от трубы, когда вы потащите. Да? Мистер Билли! Мистер Билли! Мистер Билли! О, Господи, Джейн, не делай так больше, что случилось? Я только что сообразила, что мне идти-то некуда. Что значит некуда? Давай! Я не могу давать. Я же сказала, что переночую тетушке Розы. Вы приезжайте к тетушке. Я не могу, если я без нее влезть такое время, она просто с ума сойдет. Тогда идите и ложитесь спиком в вашем стеноме. Мистер Рилли, я, между прочим, все помню и слышу. Джордж, давайте быстрее. Это не мистер Рилли. Давайте быстрее. Ваш план не сработает. Я нигде не могу найти мистера Пигдена. Милый. О, мистер Пигден. А что вы там делаете? Я прогуливаю здесь такие чудесные виды. И воздух такой свежий. Пожалуйста, спуститесь вниз и зарегистрируйтесь. Непременно. Безумные новобрачные. Да, боюсь, вы так и не попадете в палату. Так, вот прежде мне нужно попасть в конверт. Oh.
интернет совсем раскис. Шафер, позвать Грюджорджа. Просто капитал. Это чьи руки. Так я вас слушаю. Я тебе зазвать. О, Николай. Что-нибудь будет нужно? Будем звать именно вас. Кстати, как ваша фамилия? Голубин. О, а имя случайно не Валер? Гада. Замечательно, Гада. Так, вот вам тогда еще 5 фунтов. Купите себе какой-нибудь сувенир. Сувенир. Он вообще через слово сувенир в газете. А Джейн, вот ваш платье. Идите, одевайтесь. Снизьтесь и быстро на выход. Алло? Алло? Сестра Фостер? Ой, дайте мне поговорить, сестра Фостер. Нет, мистер Питер сейчас занят и не может туда идти. Что там случилось? Кто говорит? Директор британского музея. Нет, я директор британского музея, просто живу в гостинице. Как там мама? Я передам мистеру Пигану, чтобы он перезвонил, когда освободится. Что там случилось? Ну что случилось? Ваша мама слегка расстроена, что вы сегодня задержитесь. Слегка? А вот сильно она расстроена, что вы втайне... А мальчики? Что вы втайне от нее женились. Я? Да. Женился? Господи, бедная мама. Куда она это узнала? Мне сейчас станет плохо. Мне за маму плохо. Мне надо сесть. Я не могу. Да правда, Джордж, надо немножко подумать, что делать дальше. Давай немножко отдохнем. Ой, Марина, что же делать дальше? Мистер Билли, вы еще здесь. А это Фред. А это Фред. Брат Джорджа. Да? Да, вы знаете, как похоже, да? Одно лицо, а я... Да, не будет, волнуйся. Мистер Питер, вы уверены, что с вашим братом все в порядке? А я сейчас узнаю, просто как нормально. Ваня, просто слегка перебрал. Мистер Питер, вы уверены, что самостоятельно добиваетесь до дома? Ваня, да. Я надеюсь, вы уже за рулем? Что? Вы в таком состоянии за рулем или покойник? Мистер Питер, желаю поправиться. Дела всего хорошего. Можно я привезли меня сейчас сошли? Привезли. Почему его не съесть? Он же беспорезно. Чего? Потому что его проверяющий полицай был... Как моего брата Фреда. Черт возьми, Джордж, вы правы. Господи, зачем я вас тут слушался? Сидел ты дома, смотрел бы книги. С одной стороны мама, с другой стороны сестра Фостер. И тут я тут прикажу сюда. Джордж, прекратите истерику. Вы теперь замешаны в этом точно так же, как я. Да, вы сами просили. Помочь вам. Это немножко. А кто занимался чревовещанием с трупом? А кто поддерживал вранье про молодую жену и про братца-алкоголика? Знаете, мистер Питер, я уже столько не буду из-за вас, мистер Питер. Я ваше никогда в жизни не проголосую за вашу партию. И не надейтесь. Джордж, не надо истерить, ничего страшного не произошло. Что, собственно говоря, видел управляющий? Лица вашего брата она не запомнила, а она запомнила только одежду. Джинсы, футболка, куртка, очки, нашла. А то, что если когда его обнаружат, на нем будет другая одежда, никому и в голову не придет, что это ваш брат. Нет, нет, если вы друг, я перед вами буду. Я боюсь трупа, во всем мире трупа. Как вы меня надоели! Ваши ли? Я не пойду, мистер, я не хочу. Давай, давай, давай!
Да. Скажите, Гарри, нет ли у вас в отеле какой-нибудь ненужной одежды? Что там, пиджак, брюки, рубашка, да? Есть? Замечательно, замечательно. Я могу все доставить в мой номер. Зачем? Мы собираем одежду для безлобных. Господи, чего вы сможете здесь? Там никого у Рони. Рони, какой еще Рони? Муж! 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 Что вы не сделали? Может быть, дома? Игорь, встаньте, в роли молящихся вы с вашим братцем мало убедительны. Алло, сестра Фостер? Дайте мне поговорить. Я уже вам все сказал. Дайте мне поговорить. А какая вам разница, на ком женился мистер Пиндер? Ну и что? У мамы мистера Пиндер всегда истерика. Мама, это не я. Мама, это не я. Мистер Пиндер вернется домой, как только исполнит свои супружеские обязанности. Так, прям. Берите. Я думаю, неожиданное появление здесь мистера Орзельдена не более чем случайность. Откройте! Дроги! Так, перезвучайте, быстро все время! Через волков! Пожалуйста, не только через волков! Через волков! Ричард, Уинни. Ну что, я знаю, что привели. Вот что значит прямые репортажи из палаты в общем. А так вы, наверное, один из моих избирателей. Счет раз два. Я муж Джей. Джей? Джейн Орзингтон. Джейн Орзингтон. Она у вас там секретаршей работает. Секретарь? Что-то не прикрыто. Придуривайтесь. Я на вас тут. Я на вас тут. Она? Здесь? Вы с ума сошли? Что может делать секретарша в номере помощника премьер-министра? Это у вас не пройдет, черт побери. Я вел за вами слежку. Слежку? Да, слежку. Все эти ваши чаепития, все эти кафе, все эти чаепития. Вспомнил! Вспомнил. Как я мог забыть? Ну, конечно. Конечно, Джейн Уорзингтон, секретарша, очень милая девушка. Я знаю, чем эта милая девушка с вами тут занималась. Стенографией, у нее очень хорошая рука. Да брось, она секретарша, это не ваша. Сидеть. Мой
Дошло, так что думаю, все, что надо, он уже видел. Ну, вы же даже не знаете, наверное, а что ваша жена здесь? Еще как знаю. Я внизу стоял и видел, как она сюда шмыкнула следом за вами. Хорошо. Допустим, что ваша жена здесь. Не допустим, а здесь. Так вот, знаете, она шла вовсе не ко мне. Да? А к кому это она шла? Она шла к Пикану. К какому еще Пикану? Джорджу Пикану. Я не хотел вам говорить. Это мой личный секретарь. Бабник номер один в вашем парламенте. Да не будете мне вас делать, я раньше к вам бегал на свидание. Да. Да. Я встречался с ней иногда. Но только для того, чтобы предостеречь от дурного влияния Питера. Вы его не знаете. Это опытный Дон Жуан. Он бросается на всех женщин в парламенте, как какой-то дикий кролик-маньяк! За кого вы меня принимаете? За умного человека, вроде. И думаю, первое, что он должен сделать, это спуститься вниз и проверить, не зарегистрировали ли в гостинице мистер Лисис. Но если врете... Вроде. Ведь я же депутат! А депутат никогда не будет. Я еще не буду замышаться. Джордж, без случайно бегу назад. Роли пошел вниз, потом поднимается ваш номер. Если он вас там застукает, может быть два трупа. Кто там? Входите. Алёша, заготовь. О, замечательно. Замечательно. Замечательно, замечательно. А вы знаете об этом, как костюм женился? Гарретт, возникла некоторая проблема. Скажите, у вас есть инвалидное колесо? Колесо? Ну, кресло каталка для инвалидов. А что? Сегодня здесь все плохо, но колесо пока нужно только одна. Посмотрим. А я решил, вы не знаете, что вы пойдете на колесо? Жизнь происходит без стабильного. Ради бога, чего от вас хотят ровни? Вы решили пройти с ним медовый месяц? На балконе? Так можно скрыть коляску или нет? Да, у нас было такое, пожалуйста, сейчас именно такой случай. Есть? Послушайте, вы и так меня уже отчистили. Только денег не надо. Просто, благодарю, Карен, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, просто выпишите чек. Безобразие, мистер Уильям, объясните, что здесь происходит? Ради бога, чего от вас хотел помочь? С какой новости начать? С плохой или с очень плохой? Для хорошей новости для вас. Для нас у нас... Давайте плохой. А вы как думаете, спокойно? Так вот, плохая замечательная новость, что ваш муж ловил сыщика, который нас выставил. О боже, а что вторая новость еще хуже? Да, потому что теперь этот сыщик в виде трупа висит на крючке в нашем шкафу. Как? Рони, мог со мной вам поступить? Это же бесчестно. А для кого коляска крыса, только она... Джордж, не включите вас. Вы понимаете, что будет, если в нашем городе обнаружит мертвого сыщика? Нет. Вы посадим его в коляску, закупим в билет, и вы отвезете его в городской парк. Так? Парк. Парень уже умер, ему все равно, кто его когда где обнаружили. До парка вы доберетесь, думаю, что меньше, чем за час. И оставите там его в кустах. Труп в кустах, мистер. Как это? А как же Ронни? А вот это вторая причина, по которой мистеру Пиппину нужно отправиться в Бастейфарк. Боюсь, что я ввел мистера Ордингтона в некоторое заблуждение. То есть? Я сказал, что вы пытались соблазнить его
Живу. Вот и он не поверил. А потом побежал вниз, чтобы посмотреть, не зарегистрированы в гостинице мистер и миссис Питер. Ну вы же зарегистрированы. Ну разумеется, в номере 50. Знаете вы после этого кто такой? Кто там? Ронни Уорзинс. Быстро, шеф. Там же звук, обязательно. Выбираете мертвый сыщик или живой Ронни? Мертвый сыщик. Шеф. Да, Питер. Пока он там, оденьте на него свой костюм Кромвеля. Дай мишка, чтобы он не опознали. Он бы в мать инструктор. Черт! Ну вы правы! Мистер и миссис Пигден! Номер 50 это прямо напротив вашего! Прямо напротив! Я стал случайно, они не открыли. Не открыли! Когда я сломал эту проклятую дверь! Я черт возьми! Ну там никого не было! Не было? Нет! Это я во всем виноват. Жизнь за меня, она ушла к этому Пигдену! Почему из-за вас, Ронни? Что случилось? У него-то, небось, с этим делом получше, чем у меня. С каким делом, Ронни, не мое у вас? Что вы так убиваетесь? Куда не гожусь в постели? Ну что, Ронни, я во всем виноват, все понятно, я вам уверен. У меня оно все происходит очень быстро. Дрррр, и все! О, Господи. Я просто объяснял. Я предпочла бы не слышать этих объяснений. Я совсем разберусь. Тогда вы заодно разберитесь с мистером Пигденом. Я говорю, спокойно, все в порядке. В порядке? Дверь сломана, мебель перевернута. Мистер Пигден все оплатит. Ну, разумеется. Но я не потерплю своей гостинице подобного поведения. И я вас, конечно, понимаю, ну, да, посадочки, не до такой месяц, ну, не до такой же степени. Обрачьте, и до месяц. И самое интересное, ни мистера Пидена, ни его супруги нигде нет. Так, вероятно, ужинайте. Я думаю, стоит спуститься в ресторан. Я в ресторан. Ресторан? 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 Поужинаю сейчас. Куда же тут пошел? Я думаю, когда я встречусь с Ронни, на это рассчитывать не придется.